очень важное, по-моему, начинание предложил 4-й форум «Свободной России» под руководством Гарри Каспарова. На нем в основном объединены люди, считающие себя оппозиционерами и проживающие сейчас за пределами России, но продолжающие свою борьбу своими собственными методами. Всем известно, что в январе-феврале начнется опубликование списка лиц по статье 241 США о незаконных накоплениях коррупционным путем, и очень много будет выявлено людей, входящих в непосредственный круг близкого общения с Владимиром Путиным, либо работающих с ним. Со стороны российских оппозиционеров поступила инициатива создать так называемый «русский список Путина». Проект будет так и называться «Составляем список Путина». Цель этого проекта – назвать преступников поименно. В этот список включаются лица, относящиеся к политической, военной, судебной, экономической, информационной, деловой верхушке нынешнего российского режима, несущие наиболее тяжкую ответственность за нарушение Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса РФ, международного права. Ни в коем случае нельзя никого забыть, нельзя на этот раз сделать так же, как было в 90-х годах, то есть не проводить никакой люстрации и никого не наказывать за их действия. Внесение в этот список и осуждение, всенародное осуждение этих людей должно быть по следующим критериям. Планировавшие агрессивные, криминальные, коррумпированные действия, их разрабатывавшие, их финансировавшие, их совершавшие, обеспечивающие их информационное сопровождение, действия, приведшие к убийству десятков тысяч граждан России и других стран, уничтожению конституционного правового порядка в стране, подавлению гражданских свобод и политических прав российских граждан, созданию жестко авторитарного полутоталитарного режима в России, неслыханному расцвету коррупции в стране, ее изоляции от внешнего мира. В качестве первого шага для обсуждения, корректировки и дальнейшего пополнения предлагается категории лиц, составляющий список Путина. Вожди, высокопоставленные политические деятели, несущие ответственность за планирование, разработку, осуществление, финансирование, дезинформационное сопровождение агрессивных преступных, коррумпированных операций в Российской Федерации и за ее пределами. Путин, Медведев, Иванов С., Патрушев, Шойгу, Лавров, Нарышкин, Собянин, Кадыров, Кудрин, Кириенко, Песков. Вторые. Исполнители и инициативщики. Володин, Матвиенко, Сурков, Герасимов, Рогозин, Глазьев, Братков, Грызлов, Силуанов, Улюкаев, Мутко, Нагорных, Ткачев, Воробьев, Турчак, Полтавченко, Скрынник, Анодина, Морозов, Яровая, Пушков, Павловский, Аксенов, Климов, Малафеев, Пригожин, Уткин, Зюганов, Жириновский, Миронов. Члены Совета Федерации и Государственной Думы, проголосовавшие за кремлевскую аннексию украинских территорий Крыма и города Севастополя. Третьи. Праворазрушители. Высокопоставленные руководители избирательных, судебных, надзорных, правоохранительных, силовых органов, персонально ответственные за грубейшие нарушения Конституции РФ, Уголовного кодекса Российской Федерации, законов Российской Федерации, международного права. Панфилова, Чуров, Вишняков, Зорькин, Лебедев, Чайка, Устинов, Коновалов, Бастрыкин, Бортников, Золотов, Иванов Ф., Аулов, Муров, Калинин, Реймер, Корниенко, Егорова, Данилкин, Семененко, Житников. Четвертые. Операторы.
коррумпированные менеджеры государственных и полугосударственных компаний, обязанные своим положением, близким отношением с Путиным и использующие свои позиции для хищения государственных средств в особо крупных размерах. Сечин, Миллер, Чубайс, Чемезов, Токарев, Ковальчук, Костин, Якунин, Зубков, Медведев. Пятое. Олигархи. Крупные бизнесмены, получившие неконкурентные преимущества в ведении совместного бизнеса с путинским режимом. Абрамович, Дерибаска, Усманов, Ротенберг, Керимов, Махмудов, Рашников, Мордашов, Богданов, Богометов, Аликперов, Михельсон, Ясуфов, Потанин, Виксельберг, Евтушенко, Агаларов, Мильнер, Акимов, Касперский, Голубович. Шестое. Партнеры. Ближайший круг друзей Путина, с которыми он занимался и занимается бизнесом с начала 90-х годов. Петров Г., Кумарин, Смирнов, Малышев, Трабер, Васильев, Тимченко, Шамалов, Ковальчук, Ротенберг А., Ротенберг Б., Кузьмин С., Носков, Уланов, Шестаков, Людовских, Пономаренко А., Резник В., Могилевич, Фиртыш, Тягачев. Седьмое. Золотые дети. Дети, другие родственники, близкие лица членов ближнего круга Путина, получившие от них значительные активы, ставшие в ряде случаев топ-менеджерами государственных и частных компаний. Путина Е., Путин И., Шеломов М., Кабаева А., Иванов-младший С., Патрушев Д., Ковальчук Б., Ротенберг Р., Фродков П., Якунин А., Чайка А., Шестаков И., Шамалов К., Тимченко Франк К., Муров А., Матвиенко С. Восьмое. Карманы. Личные друзья Путина, выполняющие роль фронтоменов и хранящие его личные активы. Сечин, Греф, Ралдугин, Плехов, Акимов, Шамалов Н., Шамалов К., Тимченко, Махмудов, Покарев, Горелов, Колбин, Кожин, Ротенберг А., Ротенберг Б. Девятое. Соловьи. Руководители и активные деятели дезинформационных войск. Громов, Щеголев, Мединский, Эрнст, Добродеев, Кулистиков, Гундяев, Кирилл, Шевкунов, Толстой, Симонян, Кургинян, Затулин, Соловьев, Киселев Д., Захарова, Скобеева, Попов, Фадеев, Шейнин, Стриженова, Норкин, Зайналов, Мамонтов, Караулов. Десятое. Угодники. Подписанты коллективного обращения деятелей культуры в поддержку путинской агрессии против Украины и кремлевской аннексии Крыма. Список насчитывает больше 500 фамилий. Одиннадцатое. Зарубежные агенты, члены международного Путин-Интерна, а также активисты клуба Путин-Ферштея. Шрёдер, Берлускони, Медведчук, Ле Пен, Киссинджер, Грэм, Саймс, Коэн, Рар, фон Бюлов. Приглашаем всех сторонников свободной России принять участие в уточнении критериев списка Путина и в пополнении его конкретными именами. Форум свободной России.